Как набрать первую 1000 подписчиков? Первое. Проясните для себя. Не надо гнаться. Вот эта скорость, которой вам это все говорят, там типа давай, 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 потому что будут подписчики, потому что будет монетизация. Поймите, вы в ближайший год на монетизации от Гугла много не заработаете. Собирайте комьюнити. И вот собрать вот эту 1000 подписчиков, вот этих вот, не знаю, ботов накрученных, на это можно сделать там за 3 дня. Но в большинстве случаев я уже предлагаю вам канал ваш поменять, ну если вы начали неправильно. Почему? Потому что это все видит YouTube, это все видит Google, и ни к чему хорошему вот точно не приведет. Поэтому, если вы хотите набрать 1000 подписчиков первую, да, сначала первое, выделите для себя целевую аудиторию, кто эти подписчики, просто нарисуйте себе портреты этих самых подписчиков. То есть вот я хочу, чтобы мне там были такие-то люди, да, такой-то профессии, такого-то достатка. А дальше уже вы сами себе ответите на вопрос, где они бывают, где они обитают, потому что очень часто может быть, что эти самые подписчики могут быть в группе, да, либо там вы можете просто дать, не знаю, рекламу в группе ВКонтакте вашего города, сделать анонс вашего канала и набрать ту же самую 1000 подписчиков. Либо вы можете сделать рекламу через Google рекламу и потихонечку собирать просмотры, и будут подписчики. То есть, но ни в коем случае не делайте накрутку. Снимайте интересные ролики, которые будут интересовать ваших подписчиков. Не бойтесь быть неоригинальными. Вот не бойтесь быть неоригинальными. То есть, если уже такое видео есть, снимайте еще одно. Это будет видео ваше, от вас, и это будет лучшее видео. А потом вы читайте, если вы хотите снять это видео, нашли видео конкурентов, почитали там комментарии и сняли такое же видео с учетом вопросов и комментариев, да, то есть запаковали это все, и опять же можете таким хитрым способом просто прийти людям, которые пишут комментарии у конкурентов, предложить им, ну, не через спам, конечно, не так же типа там «Эй-эй-эй, заходи к нам, смотри наши ролики», да, а просто там «Сергей, я прочитал ваш комментарий под этим видео, пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу моего видео». Все. Вы к нему лично обратились, вы к нему лично показали там, но не сразу в первом ссылку, да, а он скажет, покажите, вы показали и получили обратную связь. Способов много, но вы должны понимать, что первые подписчики – это кусок работы. И не надо себе облегчать жизнь, потому что вам необходимо вот эти хотя бы там, да, вот этих вот брать. Потому что вот эти взаимки там, вот это вот все, это не работает. Вы потом будете жалеть. Лучше занимайтесь созданием контента, и контент, мы же на школе, мы в школе видеоблогеров показываем на примере вам, что мы не накручиваем и потихонечку идем. Вот идем потихоньку, потихоньку, потихоньку. Да, нам бывает накручивают, да, нам бывает там ставят лайки, дизлайки там, да, там приходят, но мы сразу сообщаем в YouTube и говорим, что мы не знаем, почему так происходит, поэтому не учитывайте, пожалуйста, эти вот факторы, да, то есть поэтому идите, делайте, если, смотрите, если у вас будет интересный контент, то у вас по-любому будут подписчики. И наоборот, если у вас не будет интересного контента, то даже те люди, если вы не будете давать им интерес, они уйдут, либо превратятся из лучших в молчунов, спящих, и потом все. Понятно, да? То есть, резюмируя вышесказанное, чтобы набрать первую 1000 подписчиков, необходимо выделить, первое, это выделить целевую аудиторию, второе, понять, где эта целевая аудитория бывает. Третье – это понять, какие вопросы ее интересуют, что они смотрят, то есть, да, кто ваш конкурент. И четвертое – это снять видео по этим вопросам и начинать заниматься посевом этого видео, то есть через рекламу, либо через оптимизацию и ждать, развивая свой канал. Все. Это самый надежный прямой вариант.